Машинки, которых нет. Рассказ о заводе будет неполным, если не рассказывать о внутризаводском транспорте. ВЗТшки – неотъемлемая часть любого крупного предприятия. При всей своей неказистости они незаменимы, и завод без них точно не обойдется. На фото вы видите коротышку с кабиной «Газели», один из тех компактных тягачей «ПАЗа». Во время работы они обычно таскают за собой вот такие одноосные прицепы. А это офигительный эксклюзив. Шасси «Тата», кузов местный, кабина самодельная. Несколько лет назад планировалось создать на этом шасси автобус малого класса, но не срослось, и шасси переделали в ВЗТ. Готовые кузова при необходимости транспортирует этот агрегат. Интересно, что несмотря на длиннющую базу, привод здесь задний, а карданные валы, их кстати 4 штуки, идут вдоль правого борта и последний входит в задний мост под углом. Новые маски не обошли стороной и ВЗТ, теперь многие из них щеголяют линзовой передней оптикой. Кстати, номера на машинах остались прежними, а значит, это не расширение внутреннего парка, а его обновление. Впрочем, ВЗТшки со старыми масками никуда не исчезли и, как и прежде, активно эксплуатируются. А этот газик был сфотографирован в одной из прошлых посещений завода. В данный приезд не видел его. Интересно, что при всей схожести больших заводов и условий работы на них, универсального транспорта для них так никто и не выпускает. И приходится предприятиям самим создавать уникальную технику, сложную по концепции, но совершенно разную по внешнему виду. Уважаемые зрители, если вам не понравилось видео, вы можете влепить ему дизлайк и насрать в комментах. Всем пока!